Статистика ГИБДД показывает, наезды на пешеходов являются одним из самых распространенных видов ДТП. Причем в 70% из них виновны сами пешеходы, которые переходят проезжую часть в неположенном месте. Особую опасность в этом случае представляют дети. Они плохо ориентируются в дорожной обстановке и выбегают на проезжую часть, пересекая дорогу перед приближающимся автомобилем. А потому важно с раннего детства научить ребят дружить с дорожной зеброй. Эти дошколята в ярко-зеленых жилетах сначала сами перешли дорогу, соблюдая все правила, а потом напомнили о них и взрослым. А сами вы всегда переходите проезжую часть по пешеходному переходу? Особенно сейчас. Ноги старенькие, болят, поэтому только по пешеходному. Конечно, правила все-таки разрешают переходить дорогу и вне пешеходных переходов, если вблизи перехода нет, а дорога хорошо просматривается в обе стороны. При этом участок дороги не должен иметь разделительную полосу и ограждение. Сегодня же самая главная причина нарушения пешеходами – мне нужно перейти здесь, несмотря на штраф 500 рублей и риск быть травмированным. А потому водителям следует быть готовым к тому, что пешеход может выйти на проезжую часть в самый неожиданный момент.